В Александровском зале Большого Кремлевского дворца Владимир Путин пожелал атлетам вернуться из Англии с медалями. «У вас есть абсолютно все для победы, и я желаю вам удачи», — сказал президент. Сейчас все олимпийцы продолжают подготовку к соревнованиям, тренируются в Москве. Среди них и челябинский бадминтонист Владимир Иванов. Вылет у нас 25 числа. Вот, днем вылетаем уже в Лондон. Сейчас тренируемся на олимпийской базе в Кратово, Московская область. Вот.